днем. Всем привет! Ладно, поехали. Все, там, я посмотрю. С вами прощаюсь. Иди, поехали с нами. Что? Тебя человек приглашает? Давай, давай. Где твоя жена? Немножко переводит. Человек говорит, жена? У него есть свой канал на YouTube. Канал. Нет жены. Как? А чего нету? Как нету твоей жены? А дети есть? Есть. А жены нету? Вот, Андрей, вот тебе жизнь. Поздравляю. Что жизнь? Жизнь какая? Такая, какая? Бывает так. Давай, чтоб ты был здоров. Вот это спасибо, да. Константин. Спасибо, очень привет. Восемь яиц, тост, короче, давай с сыром. Так, потом что, плато, значит, у нас овощное, пироженки это не к нам, и чай. Какой чай? Черный. Черный. Тост с сыром порцию. Попробуем плато копченостей. И творог один домашний со сметаной можно. Так, одно латте и одно капучино. Завтрак. Ничего необычного. Рис на углеводы, яички. А жиры у меня всегда с собой. Омега-3, тыквиол, целлоан. И разные штуки такие, как калий, магний, лецитин, фитол. Я первый раз в воскресенье, я не в церкви, обычно утром всегда мы едем как бы в храм православный с детьми, или вообще здесь тоже, здесь один есть такой, в районе Измайловской, который как раз под управлением Русской православной церкви. Вот. Ну так получилось, в общем, сегодня, что мы остались здесь, поэтому сейчас планы поехать, я думаю, посмотреть старый Кишинев, как бы тот самый старый город, тогда, где еще был Пушкин, многие другие поэты, и погулять, так сказать, по самому центру. А дальше посмотрим, может, Криковские подвалы винные. Так как вместе все заходим, так и будет. Подвалы, представьте себе, 11 километров подземных таких подвалов, где вообще хранится вино, оно и там же и производится. Криково, 11 километров от Кишинева. Туда заезжают машины, КамАЗы, то есть жоги прям, ну, внутри такие, как трассы идут, так вот, настолько сильно, как подземный город с подземными жителями. Самое крупное такое строение, так сказать, в Молдове, где больше всего вина, шампанского и прочее. Оттуда всем городам мира, куда они продают, расходится. Поэтому тема вообще очень интересная. А какое молдавское вино можно купить в Москве? И посоветую места, где это можно найти. Да, практически из-за санкций это очень слабо. Там буквально аффилировано 2-3 предприятия, по-моему, Пуркары и Криково тоже, кстати, в том числе. А так где-то в больших супермаркетах надо искать, где... Не то, что Ашан, ну такой уровень, где много-много всего там встречается. Смотрите, а так там разные сорта. Мерло, каждый, шампанские разные прочее. Даже творог пропитан. Творог пропитан в Молдове анаболизмом нереальным просто. Поступает даже субстанция метахи и станазы. Я чувствую прямо на зубах. Расту уже прям просто рвет. Опа.
Давай попробуем, говорю, не поедет, так не поедет. Она поедет, но я после вас не Почему? All the things you can't control. Wait for me, I won't be long. Сейчас стейки семги, но на самом деле я вам хотел показать национальное молдавское блюдо, которое называется мамалыга. Оно было вот здесь. Вот прямо здесь оно было. Это такая кукурузная кашка, которую надо макать в сметанку и в брынзу. Но дело в том, что я ее уже съел. Почему? Потому что оператор, вот этот Дима, медленно ходит. Он тоже ел. И пока он не наелся, он ко мне не пришел. Поэтому осталась только семга. Ну, поверьте мне, будете в Молдавии, пробуйте не семгу, а мамалыгу. Вот это очень было вкусно. Ну, а что, Дима, без экшена. Обычная семга. Приятно аппетита. Огонь. Сколько ты берешь? 20. Ну, ты еще не чемпион. Чемпион? А будешь.